расчетное время. Сдавайтесь немедленно, и вас оставят в живых. Учитывая обстоятельства, думаю, вы сделаете правильный выбор. Бросайте оружие. Не обращайте внимания на всю эту чушь. Никто не причинит вам вреда, если зайдете добровольно. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Сэр, они медленно поднимаются по холму. Жду вашего сигнала. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайтесь, и вас пощадят. Давай! Опа! Отличный выстрел, дружище. Цель уничтожена. Готов. Отряд! Удерживать позицию! Они считают, что нас здесь гораздо больше. Вас понял. Цель уничтожена. Прощай. Цель уничтожена. Готов. Цель уничтожена. Они устроили дымовую завесу. Мак, ты что-нибудь видишь? На дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Они наводят сюда минометы. Пора уходить. Проблема. Всем быть начеку. Черт побери, много же здесь вертолетов, а? Сул! Возвращайся в бар и активируй детонаторы! Остальные постараются не подпустить их к следующей линии обороны! Давайте живо! Сул! Мы отступаем к следующему рубежу! Вперед! Вперед! Не отставай! Приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! Мак в беде! Суд! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь джавелин! Стоп! Джавелин в амбаре! Шевелись! Шевелись!
готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Би-6, на связи Грифон 2-7. Только что вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчетное время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Би-6, зона посадки окружена. Мы не сможем приземлиться у фермы, повторяю. Мы не сможем приземлиться у фермы. В этих горах повсюду зенитные установки. Цель обнаружена. Ждите удар с воздуха. Б-6, на радаре много врагов. Мы стараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Он что, издевается? Мы рвем задницы, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Хватит, Касс. Мы должны добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее! Соу, выполняй! Быстрее! Вас понял. Ждите удар с воздуха. Вот откровенно, я эту миссию без мата описать не могу. Я думал, что убить одним выстрелом ужасно. Нет, убить одним выстрелом ужасно было, потому что там надо было просто ждать Орлана. Эта миссия ужасна, потому что здесь никому не надо ждать, здесь нужно самому направляться, иначе все конец. А как видите, направляться туда, где вот эта толпа, ну... Направляться в такой толпе, это, конечно, жесть. Без вас, прием. Мы можем отстать. Мы должны добраться до зоны посадки. Это уже просто какой-то кошмар пошел. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Цель обнаружена. Ждите удар с воздуха. Я даже представить не могу, сколько надо было ненависти, чтобы такую миссию создать. А вот сейчас скажу даже, я сейчас если туда пойду, меня просто расстреляют. Потому что люди, кто проходили на ветеране эту миссию, они прекрасно понимают, что там не только количество ботов душ, там еще и вот их точность. Плюс здесь еще дымовые гранаты, что очень ужасно. То, что они не работают. Просто не работают. Боты все равно будут простреливать. Противника, чтобы добраться до зоны посадки, спускаемся вниз. Пошли, пошли! Спускаемся вниз! Я удивлен, кстати, что мы ботов успели перестрелять так быстро. Ну да, перестрелять, там уже новые появились. 90 секунд до взлета. Да знаю. Короче, сейчас надо бежать туда, где вот я детонатор активировал. Вас понял, мы приближаемся. Но только как я туда побегу, это уже другой вопрос. Ну что, пришло время вспомнить паркур в Call of Duty. Ну что? Одна минута. Подножью холма. Живо, живо. Так, это пока здесь спасает. Нет, уже не спасает. Так. Это пулемет. Охренеть, похоже, я ботов перегнать успел. На всякий случай. Перегнать успел, конечно. На всякий случай, вот я думал, кстати, вот туда надо. Зоне посадки, вперед! Вперед! Цель обнаружена. Ждите удар с воздуха. Это жесть. Ой, это жесть. Слава богу, я затормозил, иначе бы я от высоты получил его. Ой, ё-моё, я на время совсем забыл. Посмотреть. Давай. Ну давай. Уже почти получилось. Ну что такое? Давай. Говорят, вам нужно выбраться отсюда. Да. Все на бой!
А уже без них. Полетели без них, от них толку ноль. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, случайные зрители. С вами был я, мистер Найс. Обязательно поставьте лайк, потому что эта миссия была очень ужасной. И она заслуживает вашего лайка. Всем пока и удачи.